Хорватии в торжественной обстановке открыли мост Пелешац длиной почти 2,5 километра, соединивший две части страны. До этого, чтобы проехать в район Дубровника, приходилось пересекать узкую полоску территории Боснии и Герцеговины, ее единственный морской порт Неум. Такая ситуация образовалась еще 300 лет назад. Существовавшая тогда Дубровницкая республика отдала часть территории Османской империи, чтобы отгородиться от поползновений Венеции. Границы вновь стали актуальными после распада Югославии. Идея строительства моста выдвигалась еще в 90-х. Проект сопровождался многочисленными коррупционными скандалами, а после экономического кризиса 2008 года был заморожен. Но позже Загребу удалось привлечь помощь из Евросоюза и Китая. Общая стоимость строительства около 550 миллионов евро. Дороги к мосту планируют подвести к весне следующего года. И уже летом, к туристическому сезону, должно открыться движение. Проезд по мосту будет бесплатным. Таково было одно из условий выделения европейских денег.